Добрый день. Тема нашего вебинара – музейная педагогика как средство духовно-патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Конечно, здесь мы рассмотрим в рамках детей, да, 3-10 лет. Соответственно, и в дальнейшем, естественно, музейная педагогика тоже является такой своеобразной технологией. Вообще, с возрастанием роли, социальной роли музеев в обществе, вот, эта роль, как бы, активность в 60-е годы 20 века была так называемый был музейный бум, да? Музейная педагогика начала формироваться как особая отрасль исследований. И образовательная функция музея, она стала рассматриваться одной из основных функций, да? То есть мы думаем, музей – это где, соответственно, скапливается и просматривают определенные экспонаты, да, но именно образовательная функция, она стала употребляться уже в 70-х годов, да, и возникла необходимость именно в музейном специалисте, да, который бы мог помочь зрителю вступить в диалог с с памятником культуры, да, и произведениями искусства, которые в данном музее находятся. Ну, поэтому для этого не только нужно знать основу, то есть историю искусства, да, и вообще историю, основы мировой художественной культуры, но и психологию, владеть педагогическим мастерством, раз эта образовательная функция являлась основной. И такого специалиста называют еще музейным педагогом. Ну, а, соответственно, область приложения его труда – музейной педагогикой. Сегодня среди детей и молодежи наблюдается тенденция, когда материальные ценности стоят на первом месте. Да, это мы можем видеть. То есть в отличие от духовных, у многих детей искажены представления о справедливости, добре, отзывчивости, да, о гражданственности и патриотизме. Почему эта тема стала актуальной? Это ведь она как бы и была актуальна и в советское время, и на данный момент. Но мы видим, что необходимо еще больше актуализировать данную проблему. Одной из основных задач госдошкольного образования является объединение обучения и воспитания в целостно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи и общества. Пункт 1.6. И вот одним из основных направлений в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, где основная цель – позитивная социализация детей, приобщение к нормам, традициям семьи, общества и государства. А вот дошкольный возраст – это является тем периодом, да, то есть это этап становления личности, его нравственной сферы. И перед педагогами стоит задача формирования у детей с самого раннего детства именно базовой культуры личности, высоких нравственных качеств, основ гражданственности и любви к родине, потому что вот эта задача, любовь к родине, в типовой программе, да, под редакцией Васильева, она была в каждом виде деятельности стояла как первое – воспитание любви к родине. Эту задачу позже убрали, да, понимая, как может любовь к родине и так далее. Но мы теперь видим, что и разработанный стандарт, он включает и данное понятие. Это бережное отношение к историческому и культурному наследию, уважение к старшим сверстникам, культуре, традициям других народов, то есть воспитание именно толерантности на основе патриотического воспитания. Думаю, эта проблема тоже актуальна. Музеи рассматриваются как социально-исторический феномен культуры. Социокультурное пространство российской провинции оценивают в качестве информационно-коммуникативной системы. То есть чаще создание, конечно, крупных музеев, да, о которых мы наслышали, они находятся в крупных городах. Но нельзя забывать о небольших городах, да, где сейчас развивается активный туризм, да, и каждый, соответственно, какие-то средства вовлечь в культуру, да, приобщить
людей данной местности, как вот говорим, да, российской провинции, и других, для того, чтобы люди путешествовали, узнавали и развивались духовно. Основной целью музейной педагогики является приобщение к музеям подрастающего поколения, их творческое развитие личности, особенно через показ и рассматривание, да, их понимания картин, репродукций, изобразительного искусства, определенных скульптур. Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают именно как инновационную педагогическую технологию. Конечно, в условиях детского сада создать такие экспозиции, да, очень сложно, поэтому создаются так называемые мини-музеи. И вот часть слова «мини», оно отражает своего рода, понятно, что количество экспонатов дано, и возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействуя их на эмоциональную сферу. И психологические исследования позволили увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, определенным образом модифицируется мыслительная деятельность. Тем более дети начинают свободно оперировать образами, да, узнавая историю того или иного предмета, который они находят, приносят, да, или который им показывают. Поэтому обязательное сочетание предметного мира музея с программой, которая ориентирована на проявление активности детей. Последовательность ознакомления с музейными коллекциями. Все это, конечно, должно происходить задачами воспитания на каждом возрастном этапе, как в дошкольном, младшем, старшем, так и, значит, в начальном звене, в среднем и старшем. Гуманизм в процессе, скажем, ознакомления, да, данные предметы вызывают бережное отношение к природе вещей. И мы понимаем, что, да, хорошо, и уже родители там говорят: ой, зачем тебе это там раритет, да, или сами общаясь между собой, выброси, да, эту, значит, это старье и так далее. Но ведь понятно, здесь каждая вещь уникальна, она близка, она какие-то традиции, обычаи, да, может быть, какое-то приятное воспоминание связано. И нужно, чтобы, если ребенок хранит какую-то старую игрушку, значит, она ему близка духовно, да, как бы психологически он не готов расстаться с ней. И, естественно, не нужно заставлять или как бы без его ведома это все выбрасывать. Поощрение детских вопросов, фантазии при восприятии. Потому что дети, ну, мало задают вопрос в силу того, что их очень трудно удивить, да, чем-то. Активность детей в усвоении музейного наследия, которое проявляется на уровне практической деятельности, как отражение полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, продуктивной деятельности. Это и сочинение каких-то историй, да, или нахождение, значит, где-то дома они нашли какой-то предмет, да, и было задание рассказать об этом предмете, как он появился в семье, дома, да, какое назначение и так далее. Ну и рисование или лепки, да, если они посмотрели произведения изобразительного искусства, да, произведения скульптуры, скульптурные изображения. Пусть даже это будет парковая скульптура, да, она приурочена к определенному ландшафту и несет в себе эстетическую значимость. Соответственно, мы и духовно обогащаем. Подвижная структура занятий экскурсии. То есть если мы создаем при знакомстве, да, с экспонатами определенный сценарий, возможность импровизации, она всегда есть. Ну и любая экспозиция, она должна учитывать определенную логическую цепочку. Это восприятие. То есть мы... Почему мы должны обогащать восприятие детей, да, об окружающем, о явлениях природы, об окружающих предметах? Это важно для их дальнейшего развития воображения. Вот восприятие, понимание, идет осмысливание работы уже мыслительной деятельности, закрепление и применение полученных знаний в работе, скажем, при восприятии, да, в работе мозга других предметов, окружающих ребенка. Поэтому мы учим видеть историко-культурный контекст окружающих вещей. То есть оценивать его с точки зрения развития истории и культуры.
формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры. Формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием, то есть художественному восприятию действительности. Развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию, ну, уважению к другим культурам. Развивать способность, потребность самостоятельно оценивать окружающий мир путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. И на первый план выдвигается задача помочь ребенку увидеть музей вокруг себя. То есть музей, да, в кавычках. Почему? Там все предметы окружающего человека, они для чего-то созданы, они обогащают его духовную культуру. То есть раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих его повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять и делать выводы. Поэтому включение музея в образовательный процесс, конечно, это дело непростое, да, как кажется, как бы на первый взгляд, но как бы, это можно, да, и следуя определенным правилам. Первое правило. Посещению музея нужно готовиться очень серьезно, да, целенаправленно. Потом как бы закреплять полученные знания, впечатления детей, да, для того, чтобы он вспомнил. Да, вот смотрели, сходили, педагог для них организовал, а что они получили, да, для чего им эти знания пригодятся. Ребенок был как бы не подготовлен к восприятию сложного, да, символического языка музея, поэтому педагог должен помочь ему как бы просто овладеть, да, поэтому в доступной форме. И сейчас это тесное сотрудничество, оно, конечно, идет, когда, зная, какого возраста детей приходят, да, подготовить и разъяснять, скажем, на их понятном языке. На мой взгляд, может быть, наоборот, немного усложнять, чтобы ребенок, вот эта трудность восприятия, да, предметов, он ставит за собой задачу, чтобы развиваться дальше. И второе правило – необходимо четко осознавать конечную задачу своей деятельности, то есть формирование творческой личности. Способность заинтересованно воспринимать культурное наследие, осознавая свою ответственность не только за его сохранение, но и приумножение и передачу этого наследия другим поколениям. Ведь если взрослые, те же игрушки, да, музей игрушки, да, самое распространенное для детей, скажем, они дом, да, что там у тебя за музей такой, все хлам хранится, на полочках его поделки и так далее. Это тоже, скажем, такая мини-галерея, да, мини-выставка его работ, как он развивался, да, и это важно показать по рисункам, по вылепленным изделиям. И ребенок поймет, что, да, он растет, он развивается, и улучшаются его продукты творческой деятельности. Вот, говоря об организации мини-музея в детском саду, в настоящее время проявляется большой интерес к традициям истории и культуры, культуре своей малой родины, и поэтому решаются задачи по приобщению детей к народной культуре, познанию прошлого. Вот одна из форм ознакомления именно с родным краем – это организация в детских садах, возможно, и в школах, да, и нужно, конечно, этнографических комнат, либо мини-музеев. Ну, что в музее – это, конечно, такое особое специально организованное пространство, которое способствует расширению кругозора ребенка, повышению образованности, потому что образовательная функция является приоритетной, воспитанности, приобщению к вечным ценностям, да, культуре, культуре поведения, культуре общения в музее, да, значит, как себя вести и так далее. А вообще, если мы обратимся к понятию, да, музейный педагог, он к нам пришел из Германии, где появился еще на рубеже 19-20 веков. То есть сейчас мы вот, бум, да, говорим, когда что он появился в 60-е годы у нас, да, в любой, значит, небольшом поселении, не говоря уже в городе, есть дома, где жили или работали какие-то известные люди, да, и писатели, художники, значит, и другие деятели культуры. Поэтому создаются так называемые комнаты, да, с их обстановкой, и, значит, где творил данный поэт или писатель, или художник. И, соответственно, дети как бы понимают, да, им это интересно, и
тем более если мы знакомы с их произведениями, воспринимают это близко к сердцу и стараются передать, рассказать дома. Тем самым идет и развитие речи, и духовное обогащение, не говоря уже о патриотическом воспитании. Поэтому создаются так называемые музейные программы. Это специальные программы, разрабатываются методические рекомендации совместно, значит, и со школами, и дошкольными учреждениями. И вот музейный педагог является инновационной технологией в сфере личностного воспитания. Ну, что у нас инновация? Это что-то новое, да, а новое – это хорошо забытое старое. Поэтому музейные вещи, шедевры – это молчаливые свидетели эпохи. Они живут сегодня новой жизнью, которую мы им даем мы, наши мысли и чувства. И это чудо происходит каждый день. Оно есть музей, говорила Антонова, директор музея имени Пушкина. И целью создания музеев является социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения к их культуре, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы, родного края. То есть мы начинаем знакомить, например, с многообразием животного мира, с теми, да, как ближайшего окружения. То же самое. Духовно обогащая, мы начинаем с родного края. Задача музейной педагогики – это приобщение к музею и музейной культуре с раннего возраста, понятие, что такое музей, да, и что может там, значит, какие быть экспозиции. Формирование потребностей в общении с культурным наследием и ценностного отношения к нему. То есть, если мы вот это ценностное отношение не сформируем, да, то есть им это будет неинтересно, да, да, вот там обстановка, да, значит, старинных вещей, да, мебель и так далее, ну, что, как бы это вот сейчас не модно и так далее, можно сказать. Но говоря о каких-то новых стилях, да, и стилях художественных направлений, да, в изобразительном искусстве, мы должны формировать определенный художественный, потому что если там нагромождение вот этих, да, вещей, да, скажем, с разных эпох, это уже, скажем, на самом деле просто хлам, если они не сосредоточены, да, скажем, по определенным зонам. И вот активизация творческих способностей и деятельности музея является одной из задач. Поиск новых форм общения с культурным наследием, создание многоступенчатой системы музейного образования, начиная, конечно, с детского сада, школа, музей, учреждений дополнительного образования и вуз. И хорошо, когда как бы в рамках какой-то местности, региона, города вот эта система, она сохраняется. Когда дети с детского сада приходят в школьный мини-музей, на выставку, когда школьники приходят вот в учреждение дополнительного образования, да, но, к сожалению, я не знаю, может быть, есть где-то, да, где такие места есть, да, для организации вуз. Вот, скажу, на базе нашего вуза есть галерея, где обновляются экспозиции благодаря тому, что и из разных регионов наши специалисты привозят, да, и приезжают, и знакомят детей, и все за время, как бы, этой выставки, в основном картин, да, значит, приходят школьники со всего города и детские сады и знакомятся с детей с данной экспозицией. То есть в зависимости от возраста и делается упор на определенных картинах доступных, где для детей дошкольного, где школьного возраста, где старшего дошкольного школьного возраста. Тем самым идет так называемая профориентация, да, где у детей возникает интерес к, вообще, к изобразительному искусству, к педагогу изобразительного искусства, к педагогу начального образования, да, то есть учителям начального, так и воспитать. И широко разрабатываются и внедряются в практику музейно-педагогические образовательные программы. Например, программа от 6 до 16 по музеям Кремля. Понятно, что это как бы возможно. Москва и Московская область, да, предметный мир и культура, музей и культура в начальной школе, школе автор Ванслова, «Здравствуй, музей» Столярова, Всероссийский центр музейной педагогики, ну и Русский музей Санкт-Петербурга.
вообще как бы таких программ, да, особенно и это вот мы рассмотрели по школьной, да, и по дошкольной, по дошкольному образованию совместно с музеями очень много. Поэтому как бы, если заинтересованность есть, то можно все найти. И вот использование средств музейной педагогики у младших школьников нашло свое отражение в работах Азарова, вот Ванслова, да, которая совместно и организовала, то есть была с ней составлена программа Голышевой, Гурьева, Гусаровой и других. И они теоретически обосновали и сущностно раскрыли ключевые понятия музейной педагогики, то есть что такое музейная среда, какие средства музейной педагогики, вообще культура, да. И в качестве средств они в основном были определены материальные ценности. Это музейные экспонаты, это основные вспомогательные фонды, это программные продукты, то есть методические рекомендации и сами разработанные программы, и аудиовизуальные средства. То есть благодаря именно таким средствам, да, мы сейчас можем посетить интерактивные, да, где созданы программы прогуляться по комнатам крупных музеев. И это хорошо, да, благодаря тому, что, ну да, нет возможности съездить, посмотреть и лицезреть непосредственно. А там потихонечку мы можем, скажем, непродолжительное время там, ознакомиться с творчеством какого-либо художника, да, или жанром, и, соответственно, использовать как предварительную работу на последующих занятиях. Изучение литературы по проблеме использования средств музейной педагогики в патриотическом воспитании младших школьников показало недостаточность научных знаний об использовании потенциала в образовательном процессе начальной школы, о применении средств наряду с традиционными формами и методами патриотического воспитания как в учебной, так и внеклассной деятельности младших школьников. Поэтому это хорошая почва, скажем, для дальнейших исследований, для работы, да, как дипломных работ, так я думаю, что и проектных работ, и вообще диссертаций. Да. Создание музеев. Во многих учреждениях создаются музеи дошкольных, да, характеризующих развитие человеческого общества. Музейная педагогика включает такие формы работы, как собирание, хранение, изучение, знакомство с предметами, знакомство с документами. Ведь если дети посетили музей, да, то видели, что здесь хранятся какие-то исторические документы, да, вещи, обстановка, и ну, привозятся какие-то экспозиции. Именно музейная педагогика интегрированно решает задачи и эстетического, да, прежде всего, нравственного, духовного, потому что мы понимаем, что часть, если ребенок сам что-то нарисует, вылепит, да, он может понимать, да, что чей-то рисунок, да, чью-то поделку испортить и выбросить, да, это уже будет негуманно, да, поэтому здесь и нравственное воспитание, и духовное, и, конечно же, патриотическое. Также реализует актуальнейшую на сегодня задачу современного общества, это научить ребенка учиться и познавать. Научить ребенка, то есть не учить, а научить его самого познавать. Форма метода работы, способствующие развитию и совершенствованию коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций детей и его успешной социализации в обществе. Вот сегодня мы нашли в музее средства для решения задач, связанных с воспитанием и образованием детей через осуществление музейно-педагогической деятельности в условиях и детского сада, и школы, конечно. Ну и в этом в случае сама предметная среда окружающего мира играет роль учителя и роль воспитателя. В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов, особенно что им кажется интересным, необычным. И для того, чтобы ответить на тысячи детских, почему, да, этот период начинается уже не с трех, да, возраст, почему и раньше, а вот был создан музей «Русская изба», например, где, значит, мини-музей
детей вводит в особый самобытный мир народной культуры путем естественного познания. Музей стал своеобразной лабораторией поиска наиболее эффективных путей приобщения детей к отечественной истории и культуре. И задача воспитания гражданина и патриота, знающего и любящего свою родину, сегодня не может быть успешно решена без познания и освоения богатства народной культуры. То есть на том, что окружает. Направление работы. Знакомство с типами музеев, то есть исторические, художественные, да, либо это, значит, например, скажу, дом, да, дом купца какого-то, у нас, например, этнолавка купца, который являлся одним из руководителей нашего города и с его обстановкой и так далее. На базе данного музея, музей кукол непосредственно, да, и тоже можно организовать, и выигрывают гранты, и за счет этого приобщают детей, да, дети ходят непосредственно на выставки и на мастер-классы. То есть это проекты, проектная работа, ну и грантовая работа, конечно. Основной формой работы являются, конечно, групповые занятия. Возможно, и кружковая деятельность, да, где, естественно, чтобы повысить, мы всегда диагностируем, где выявляем примерно уровень духовно-нравственного развития, учитывая индивидуальные особенности, заинтересованность, да, потому что кто любит рисовать, лепить и так далее, да, естественно, они больше как бы будут познавать. Оценить примерно уровень развития познавательного интереса к историческому культурному наследию своей страны и родному краю. Также определить возможные перспективы работы с ребенком, задачи, содержание, формы и методы. Спланировать работу, направленную на духовно-нравственное воспитание и развитие ребенка. Ошибочки немного. И какие же принципы при создании музеев необходимо учитывать? Принцип интеграции. Вообще эти принципы, они являются общепедагогическими, да, и мы как бы так сильно не будем на них останавливаться. Интеграция. Мини-музей или система мини-музеев создается с учетом содержания образовательной программы. Помогает реализовать ее общие задачи и задачи отдельных разделов. Этот процесс предполагает тесное сотрудничество всех, да, и воспитателей, и педагогов дополнительного образования. Ну и, конечно же, самих детей разного возраста и семей. Принципы деятельности и интерактивности. При подборе экспонатов необходимо помнить, что мини-музей должен представлять ребенку возможность реализовать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу. Принцип научности. Несмотря на то, что мини-музеи создаются для детей, их экспонаты должны достоверно отражать заявленную тему, объяснять различные процессы, явления и на доступном, и в то же время на научном уровне. То есть, соответственно, нужна дополнительная литература, ее изучение, да, и переработка доступной для детей форме. Принцип природосообразности. При организации мини-музеев необходимо учитывать психофизиологические особенности детей разного возраста, следовать объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка. Принцип глобализма и регионализма. То есть музейный экспонат позволяет знакомить детей как с глобальными проблемами природы и культуры, так и с региональной тематикой. Это все зависит от местонахождения данного учреждения, да, в каком городе, регионе, поселок, деревне, либо это крупный какой-то мегаполис. Да? Принцип креативности. Ну, и скажу, что чем меньше, да, тем как бы сам населенный пункт больше идет приобщение к культуре, знакомство с родным краем, да, и передача каких-то традиций поколений, да, и это лучше, нежели это в мегаполисе происходит. Хотя актуальнее, да, это использовать именно в крупных городах. Принцип креативности позволяет в содержании, в оформлении мини-музеев, поддержке творчества, их творчества, детей, конечно же, взрослых. Принцип непрерывности. То есть, если мы ставим, скажем, креативность, да, кто-то из детей рисует или лепит, да, вот те, которые
да, чем-то увлекается, каким-то ремеслом, видом деятельности, да, в учреждении доп. Образования, выставка детских работ, да, если мы это просто как бы после занятия выставляем, значит, в группе, то хорошо, когда это вот именно как мини-музей, да, будет представлено. Потому что он тоже может организовываться и в группе, да, достаточно какого-то небольшого уголка. Принцип непрерывности. Мини-музей является частью образовательного процесса и связан с системой занятий и самостоятельной деятельностью детей. Значит, а деятельность в нем, ребенок отражает тематику занятий, экскурсий, прогулок и праздников. То есть свои впечатления он пытается передать именно через продукты детской деятельности. Ну и принцип партнерства, когда мини-музей является результатом сотрудничества взрослых детей и дает возможность детского сада наладить контакты с учреждениями, да, социумом. Принцип культуросообразности приобщает детей к мировой культуре, к общечеловеческим ценностям, начиная с отношения к природе, культуре, другим людям и к себе, через освоение ценностей и норм конкретной национальной и региональной культуры. Принцип гуманизации. Мы говорили, что это одно из основных направлений, да? И реализация данного принципа требует создания условий для новых отношений в системе ребенок-педагог, перехода именно на форму общения, да, диалога. Принцип динамичности и вариативности тесно связаны с принципом интерактивности и деятельности, так как мини-музеи периодически меняются как по тематике, так и экспонатам, по содержанию уголков самостоятельной и игровой деятельности. Ведь чтобы ребенок в самостоятельной художественной деятельности проявлял активность, важно дать ему какие-то навыки, да, умения непосредственно в организованной образовательной деятельности на уроках, и тогда самостоятельно он будет применять, потому что, ну, только, например, научили, да, лепки животных, то, соответственно, в самостоятельной деятельности он захочет. Это альбомы, да, с репродукциями картин, это те же предметы декоративно-прикладного искусства, глиняные игрушки, расписные матрешки, да, какие-то расписные изделия, ну и доступность материалов, да, не только сломанные карандаши. Принцип разнообразия. Независимо от темы мини-музея, экспонаты должны быть разнообразными как по форме, так и по содержанию и размеру. Ну и, конечно же, они должны отображать историческое, географическое, природное и культурное разнообразие окружающего мира. Принцип экологичности. Вот это тоже важно, чтобы преобладали в экспозиции экологичные, безопасные для здоровья материалы, в том числе и природного происхождения. Принцип безопасности, то есть оформление мини-музея не должно создавать угрозу здоровья и безопасности дошкольника. Да? То есть, знаешь, что там дома, если хранится какая-то раритетная старая техника, да, важно понимать, что они могут нести в себе угрозу, да. Та же мебель, да, советской эпохи, где тоже является небезопасной. Поэтому мы говорим о создании именно музейной предметно-пространственной среды. Материалы систематизированы и представлены в доступной форме. В музей входят те предметы, которые являются первоисточником наших знаний по истории, по культуре, по природе народного поселка, да, края, города и так далее. Ну и вещественные, да, это орудие труда, это предметы быта, одежда, да, то есть одежда, костюмы, потому что очень большой вклад носили, значит, определяя по костюмам замужняя женщина, незамужняя, да, значит, какие украшения, что они символизируют, значит, какие амулеты, обереги и так далее. Это и утварь, это и украшения, да, изобразительные. Это живопись, это и фотографии, и гравюры, и скульптуры. Письменные – это книги, газеты, письма, документы. То, что когда-то было, почему не когда-то, и сейчас книги, да, они ценны.
Материалы, изготавливаемые для нужд экспозиции, помогающие лучше, глубже понять события, планы, какие-то схемы, да, либо копии подлинных предметов, модели ландшафтов. Вот куклы в национальных костюмах представляют, да, какой-то национальный уголок, да, это чаще. Экспонаты музея распределяются в соответствии с их тематикой, назначением, задачам по разделам и экспозиции. И должно быть постоянное обновление и обновление как бы экскурсовода. Здесь важно, да, когда ребенок берет на себя роль. Да. Этапы создания. Постановка, первый этап – постановка целей и задач перед родителями. Да. Почему? Потому что они должны понимать, да, какая вещь будет интересна, да, может быть, интересно их ребенку, они принесут и покажут это через консультации, родительские собрания, индивидуальная работа, это выбор помещения, потому что необходимо учитывать количество экспонатов, это сбор их, регистрация в каталоге, оформление самого музея, который требует тоже соблюдения условий, это оформление комнаты либо уголка с учетом эстетических норм, наличие детской мебели для проведения занятий, да, либо игр прям в данном помещении. Ну, правила безопасности, это принципы были гигиенические нормы. Пятым этапом является разработка тематики и содержания экскурсии для ознакомления детей с экспонатами, разработка перспективно-тематического плана, в котором предусматриваются не только занятия с детьми, но и мероприятия для родителей, а также конкурсы, выставки и материалы для анкетирования, диагностики, выбор экскурсоводов, потому что ими могут быть и педагоги, и старшие дошкольники, и сами дети, и родители. Ну и, конечно, открытие музея с приглашением детей и родителей. Скажу, интересное у нас есть, да, в расположении дошкольного учреждения, так как очень как бы много национальностей, народностей проживает, да, у нас, и вот большая комната, благо есть было помещение, и прямо рядом расположено убранство русской, значит, русской избы, да, костюмы, утварь и так далее. Рядом башкирская, татарская, марийская и еще каких-то народностей, да, и дети определяли схожесть, разнообразие, да, в чем-то, потому что даже читая сказки разных народов, мы видим сюжет, он один и тот же, только герой называется по-другому. Поэтому здесь тоже, показывая и в сравнении, да, вот развиваются и мыслительные процессы, синтез, анализ, классификация, сравнение, что важно, как-то можно объединить, да, элементы узора, элементы утвари, костюмы, да, все это как бы говорит о том, чем занимался тот или иной народ издревле, да, значит, даже вот кухня, да, народная кухня, такие конкурсы организуются, когда дети готовят свои национальные блюда вместе с детьми, тем самым приобщая к культуре своего народа и передача с поколения в поколение обычаев, традиций. Думаю, что это сближает с семьей, и это общение, совместный выбор, скажем, экспонатов для того, что они могут отнести и показать в музей, выбор там, того, что они будут готовить, да, что-то раскрашивать и так далее, изготовление даже определенных поделок, да, не только для музея, но и для выставки, либо рисую, да, это важно, потому что здесь идет совместная работа. И как бы как необходимо или как можно размещать данные экспонаты. Там у меня немножко фотографии будут из интернета, то есть, да, вот примерно сейчас коротко мы рассмотрим, значит, оформление. Оптимальное размещение на разных уровнях, как вертикальным и горизонтальным, и решить эту задачу помогут стеллажи, настенные полочки, стенды, столики разной величины. И, значит, как бы в одной плоскости лучше рассматривать коллекции, предметы, значит, одного наименования. А задача мини-музея – показать объект с разных сторон, отразить его взаимосвязь с другими объектами. В горизонтальной плоскости сложно объединить экспонаты по темам и разделить их визуально.
И это усложняет задачу удерживания внимания ребенка в пределах одной группы предметов. При отсутствии подходящих уголков можно и делать уголки из цилиндров, там, столиков, да, небольших подставок. Все это можно как бы размещать. Но это все на усмотрение, да, на настенных полочках. Использовать мелкий материал, использование стендов. И вот стенды как бы удобны, потому что они легкие, безопасные, мобильные, да, можно переносить в группу. Они могут быть разные по форме, цвету. И это преимущество стендов позволяет решать задачу привлечения и удержания внимания детей к экспонатам музея, да, хотя бы, скажем, к картинам. Значит, то есть это какие-то иллюстрации, картины, схемы. И объемные, конечно, нужно. И вообще сам как бы музей, он является привлекательным, да, словом мы говорим, как там, наш музей, да, для детей. Потому что дети и развиваются воображение, мы говорили, и интеллектуальное развитие, и, конечно же, развитие речи. Но самое главное – это эмоциональная сфера, да, потому что любой предмет может подсказать тему для разговора. Можно организовать на базе какие-то кратковременные выставки, где дошкольники разных групп могут знакомиться с мини-музеями в других группах. Да? То есть они пришли на экскурсию, а дети этой группы рассказывают. И знакомиться с правилами, да, правилами этикета, правилами поведения в музее, учить общаться, да, с экспонатами музейными, внимательно слушать рассказ экскурсовода, задавать вопросы, обращать внимание на детали, уметь видеть, главное, анализировать. Ну и, конечно, бережно относиться, да, и понимать красоту, уникальность исторического и культурного наследия вообще страны в целом, да. И вот, конечно, посещение музея со взрослыми, да, с родителями – это событие в жизни. И естественно, перед тем, как организовать мини-музей, да, или вообще какую-то выставку, важно посетить его. В рамках дошкольного учреждения бывает это невозможно, поэтому через консультации с родителями и так далее важно, что организуются, скажем, там, бесплатные, да, во время определенных праздников бесплатное посещение. Да, хотя бы в рамках этого нужно рекомендовать, чтобы дети сходили, посмотрели. Да, бывает интересно как-то заинтересовать и заинтересовать и родителей, да, чтобы они сводили. Вообще, как бы любое живое общение с подлинником принципиально и отличает музей от других институтов образования, определяя методику, отношение к художественному и культурно-историческому наследию. Потому что музей является тем духовным наполнителем, который не позволит предать забвению историю, будет поддерживать в детских сердцах чувство любви, уважения, привязанности к отчему дому, малой родине и к отечеству. Сделать мир музейных экспонатов понятным, значимым для ребенка помогает тесное сотрудничество педагогов и, конечно, музейных работников. Вот я видела, что здесь у нас и библиотекари есть, да, и как раз у нас тоже на базе библиотеки, и студенты, и школьники ходят на мастер-классы и знакомятся именно по тематике, да, различные выставки проводятся. Ведь музей, по словарю Ожегова, это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов, памятников, естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. И музей с точки зрения исследования Рыжовой – это интерактивное образовательное пространство, в котором ребенок может действовать самостоятельно с учетом собственных интересов и возможностей, и по своему выбору обследовать предметы, делать выводы, умозаключения, отражать в речи собственные наблюдения, ну и, конечно, общаться со сверстниками, что немаловажно на сегодняшний день. Использование музея в работе с детьми ведется по двум основным направлениям, которые формируют именно систему ценностей, способствуют воспитанию толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному развитию. Коротко я только скажу, что первое направление – это сотрудничество с музеем, да, потому что совместное расширение кругозора, возможности для исследовательской деятельности – это народное ремесло, это декоративно-прикладное творчество, это выставки, где формируется основа художественно-творческой культуры, ну и, конечно, развивать детей всесторонне. Второе направление – это
создание музеев и мини-музеев, как в школе, так и в дошкольном учреждении. Значит, с учетом возрастных особенностей, да, и познавательных процессов, то есть как они, дети, могут воспринимать предложенную им информацию, где проводятся тематические занятия, занятия-посиделки, викторины, конкурсы загадок, экскурсии, семейные путешествия, отмечаются календарные даты, связанные с обрядами и традициями русского народа и других народов, конечно, экологические праздники. И вот, значит, мини-музей хлеба, мини-музей «Родной край», «Русская изба», о которой мы говорили, как бы вот чаще, да, встречается это в практике работы. И для того, чтобы как бы определить тематика, да, значит, чтобы как бы не все сразу, да, должно выставляться, например, для проведения выездной экспозиции музейный сундучок может понадобиться несколько предметов одного назначения, да, это по, значит, народному искусству, там скалочки, расписные ложки, свистульки и так далее. Определяя тематику, важно придерживаться постепенной смены, потому что что-то детям знакомо, а что-то поэтапно вносится новое. Ну, если на начальном этапе нет разнообразия материалов, как бы не нужно выставлять, конечно, его весь. То есть не допускать скучного, да, однообразия, а придерживаться именно, придерживать интерес, да, как бы немножко усложняя тем самым. И вот, чтобы создать сам мини-музей, также необходимо учитывать содержание образовательной программы, конечно, да, важно, особенно в части социализации и по воспитанию детей патриотических чувств, предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах деятельности, то есть использовать экспонаты, возможно, да, создавая подделки, включать их в общую экспозицию, да, наряду, например, с дымковскими, горгопольскими игрушками. Ну и должны музеи предлагать условия для всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, мы говорили, творческой деятельности. Должны быть музеи ориентированы на приобщение детей к целой мировой культуре в огромном музейном пространстве. Должны постоянно дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей детей. Ну и наполнение музеев экспонатами, как бы, отражающий историческое, природное и культурное разнообразие окружающего мира. Использовать региональный компонент, да, там тот региональный компонент, когда-то, который был включен в наши программы, как раз это и программы региональные наряду с комплексными и парциальными, и как раз вот эта зона, да, знакомства с традициями, обычаями, известными людьми родного края, да, и, скажем, с декоративно-прикладным и народным искусством, опять же, родного края, региона. Значит, и организация работы с детьми по ознакомлению культурным наследием региона, а также культуры других народов, что способствует развитию и формированию чувства патриотизма. В современных условиях жизни общества, значит, центральным направлением является патриотическое воспитание и отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколения – это серьезная проблема. Соответственно, мы должны развивать понимание культурного наследия и бережного отношения, уже начиная с малых лет. И создание таких мини-музеев помогает развить интерес к истории и культуре своего народа, уважать традиции и воспитывать патриота. Помогает приобщать детей к истокам народной национальной культуры, способствовать сохранению народных традиций и развивать эстетическое созерцание, сопереживание, ну и самостоятельно осваивать окружающий мир. И создание мини-музеев, да, и как бы экспозиций не должно происходить отдельно, да, то есть совместная работа педагога, воспитанников и их родителей. Потому что здесь важно собрать, да, вот классифицировать, каталог создать, макеты, какие-то оформить группу. Все это, конечно, возможно только сотрудничество, да, со всеми. Ведь вообще, рассматривая возможности образа музея как педагогической системы, ведь музей – это память, это мемориальное направление. Это идея связи времен, диалога культур и сохранения артефактов. Музей – это выставка, где демонстрируются различные предметы, вещи, да,
значит, которые, может быть, не имеют утилитарного значения на сегодняшний день, да, но обладают ценностным содержанием. Музей, школа, учебник, энциклопедия, просветительский и обучающий аспект. Музей – это своего рода даже как кунсткамера, где собраны диковинки и уникальные вещи, коллекции. Это атмосфера, это какой-то дух, да, это определенная среда. И как бы как книга действует через слово, музей действует через предмет. И театр – тоже такое понятие, музей-театр, где может происходить идентификация себя с персонажами прошлого, драматизация, как организация чувств ребенка через культурно-заданные формы. Ну, широкое применение вообще театральной педагогики. И в то же время музей, как сказал я один из авторов, санаторий, место реабилитации, расслабления, отдохновения, гармонизации. Ведь люди, которые собирают даже дома, да, какие-то старинные вещи и так далее, коллекционеры, да, они духовно богаты, они много читают, узнают, да, и считая каждую вещь уникально, они вот именно расслабляются, да, там, перебирая, значит, марки, перебирая какие-то монетки, то есть излечиваются даже от каких-то недугов, забывают, скажем, о каких-то проблемах. И важно научить ребенка, да, ведь мы раньше очень дети много собирали, да, вот копили марки, даже какие-то наклеечки там. И это тоже своего рода музей, да, скажем, экспонаты, которые важны для ребенка, потому что связаны с определенным явлением, да, общением. Своего рода можно даже организовать консультацию, да, какие правила поведения в таких музеях, что экспонаты можно трогать руками, можно играть, и это как бы важно для ребенка. Но возвращать на свое место нельзя, ломать, конечно, забирать домой. Нужно задавать вопросы, сочинять истории, придумывать игры, пополнять музей новыми экспонатами, творческими работами. Можно самому стать экскурсоводом и рассказывать о принесенном экспонате истории. И приглашать в мини-музей интересных гостей. Вот рассказывать о принесенном экспонате тоже интересно. Значит, тоже любитель вот, хранить какие-то старинные вещи, вышивки. Но они дороги, да, тоже. Но бывает так, что зачем они просто лежат, посещая одну такую, значит, галерею, да, я спросила, можно ли вам приносить экспонаты? Они говорят, нужно нам приносить. Нам важна не только, что вы принесли этот экспонат, а история, откуда она у вас появилась, значит, с чем связано, да, появление, значит, то есть какие-то традиции и так далее, почему она была изготовлена. Поэтому мне тоже показалось это интересным, да, изучение рода, семейного древа, в школе чаще, да, там ученикам тоже задают такие темы, и уже идет приобщение к традициям. Ну и как бы сделаем итог, что в методической литературе, особенно по дошкольному воспитанию, много информации об авторских программах по патриотическому воспитанию, например, «Наследие», где как раз идет приобщение детей к истокам и требованиям музейного дела. Значит, дошкольники принимают, ну, как бы чувствуют свою причастность к мини-музею, участвуют в обсуждении тематики и приносят из дома экспонаты. Вот эту программу мы можем включить. Значит, и опять же, содержание вот, и оформление может быть как статичным, да, и либо временным. И проблемы, какие все-таки есть, да, в создании музейной педагогики. Еще отмечу, что музейная педагогика в, ну, в таком эстетическо-духовном воспитании детей, именно как спецкурс, у нас уже давно преподносится, да, и рассматривается в нашем вузе, потому что эта проблема, она актуальна и на сегодняшний день еще становится актуальной. Какие проблемы? Человек и его место в природе, он осознает. Человек и его место взаимоотношений в семье, его вклад в историю культуры. Поэтому важно у каждого народа, где есть традиционный календарь, своя семейная обрядность, свой исторический эпос и материальная культура. Поэтому нужно проводить такую корректировку, да, национально-региональную, ее содержание. То есть это по Крайнего Севера, да, то есть разных народов и разных культур.
они есть у каждой культуры. И важнейшим педагогическим принципом является, опять же, сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения традиционной отечественной культуры, ну и чувство, развитие чувства патриотизма, да, мы об этом не раз говорили, внедрение музейной педагогики в познавательный процесс, потому что очень много задач решается. Это и воспитание любви, привязанности к своей семье, бережного отношения к природе, ко всему живому, воспитание уважения к труду и к традициям и промыслам, расширение представлений о городах России, вообще республику, в целом страны и другим народам и традициям. Даже одна, если бы музейный педагог решал только одну задачу, да, и то она бы была как бы важной. Ну, вот форма работы с родителями, то есть когда проводятся дни открытых дверей, организация выставок, совместное проведение, вот, организация мастер-классов, да, например, художественная мастерская, день русской кухни с дегустациями, ну, и с родителями, конечно, это семинары, мастер-классы, создание соответствующих зон обобщения педагогического опыта. Значит, очень много как бы, существует литературы, да, это Байденный мини-музей в долг отец патриотического воспитания, Рыжовый мини-музей в детском саду, Утронова секреты музейной педагогики и так далее. И вот сейчас хотела вам показать, какие, значит, создаются, да, по декоративно-прикладному искусству. Это как полочка красоты, да, у нас возможно, где есть и изделия, и поделки детей, и непосредственно сами, да, предметы декоративно-прикладного искусства. Вот здесь, конечно, вот костюмы мы видим, утварь национальная, как размещение на стендах, да, вот платки, полотенца. Видно, что изготовлены самими детьми и взрослыми. Русская матрешка. Жилище народов Сибири от древности до современности. Можно историю узнавать. Вот актуально, да, музей космоса. Значит, экспонат. Детство моих родителей, то есть какие открытки были, да, какие книги читали. Очень интересно мне, на мой взгляд. И не требует, да, скажем, таких затрат. Главное найти, поискать. То есть это вязаные вещи, которые несут в себе тепло. Ух. Бабушек, дедушек. Это игрушки. От перышка до ручки мини-музей, то есть как создание ручки. То есть такие мини-музеи возможно создавать на базе и дошкольных учреждений. Спасибо, мы с вами на сегодня закончили. Надеюсь, тема была интересная. Вебинар сам прошел познавательно. Будут ли какие-то вопросы ко мне? Вас заинтересовало? Подвигло к созданию таких мини-музеев. Я думаю, что какие-то выставки и так далее, они, соответственно, всегда проводятся. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.